Во Вселенной существуют настоящие монстры. Мы их не видим, но мы знаем об их существовании. Нет ничего больше, сильнее и страшнее черной дыры. Черные дыры поглощают планеты и звезды, все, что находится рядом. Черные дыры — постоянная главная боль физиков, потому что они нарушают все правила. Но они управляют Вселенной. Они на центральном месте. Нам известно, что они управляют самой эволюцией Вселенной. Как устроена Вселенная? Черные дыры. Черные дыры — самые загадочные объекты в нашей Вселенной. У них абсолютная гравитация. Ничто не ускользает от них. Они могут засасывать целые галактики. Раньше черные дыры были научной фантастикой, а теперь это научный факт. Когда я учился на доктора философии, люди хихикали, когда слышали о черных дырах. Они как единороги, мифические создания. Мы называем это фактором хихиканья. Все смеялись: «Ну давай, телепортируй меня». Больше никто не смеется. Это не фантастика. И хотя мы никогда не приближались к ним, у нас есть доказательства их существования.